Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня, наверное, это будет последний мой разбор экспресс-мастер-класс на вот этот. Возможно, нет, но пока я их делать не хочу. Может, захочу. Ну, в данный момент пока, наверное, нет. Сосредоточусь на другом. Это просто я пообещала подписчице уже давно, и мне просто стыдно перед ней, поэтому я снимаю именно этот экспресс-обзор на вот этот вот свитерочек. Гольф, водолазка, как хотите, так назовите. Длину, понятное дело, что он для девушки молодой коротенький, она хочет коротенький, как на картинке. Это понятно, но его легко адаптировать на обычную водолазку, что очень, как бы, вы знаете, может, я даже бы и связала себе вот такую водолазку из вот этой вот пряжи. Вот, кстати, подготовила пряжу, из которой я вижу этот свитерочек. Вот у меня пришла идея, можете его связать. Ну, в общем, девчонки, жду вашу реакцию. Сегодня разберем узор и крой, как бы детали, ну, более... Как бы так, ну, быстренько. Вот, пряжу бы рекомендовала либо вот эту вот Милана, альпака, шерсть, вискоза, акрил. Очень она мне нравится. Хотя, ну, в основном хорошие на нее отзывы. Вот, ну, некоторые фыркают. Но это такое дело. Это мне она очень нравится, вот эта вот Милана пряжа. И вот это вот вообще мне нравится. Это вообще какой-то шедевр. Silky Royal, обе от Yarn Art. Если вы в Украине, переходим, пожалуйста, по нашей ссылочке. Там вы можете заказать эту пряжу. Купить пряжу, идеально подходящую для вашего будущего вязаного шедевра, можно без лишних хлопот. Достаточно просто посетить наш интернет-магазин. Вас ждет широкий выбор разнообразной пряжи. В ассортименте нашего интернет-магазина представлена пряжа хорошего качества, таких проверенных тысячами клиентов-производителей, как Ализе и Yarn Art. Мы внимательны к каждому клиенту. Мы бережно и с любовью упаковываем все ваши посылки. Мы оповещаем вас об акциях, скидках и пополнении ассортимента. Мы хотим вдохновлять вас. Мы хотим быть лучше для вас, наших любимых клиентов. Чтобы купить пряжу, обращайтесь к нам. Вещи, связанные с нашей пряжей, будут очень удобными, теплыми, уютными. Будут носиться долго и станут главным украшением гардероба каждого нашего клиента. Покупать пряжу для вязания у нас удобно и надежно. Доставка осуществляется новой и курпочтой по всей Украине. Вот здесь у нас мерина шерсть 65% и 35% шелк. Это что-то, вот это, Silky Royal. Это очень крутая пряжа, вообще она очень приятная. Вот у меня упаковка, 5 мотков. Сколько здесь? Неужели здесь 100 граммов? 50 граммов. Упаковка 250 граммов, значит, мне не хватит на джемпер этой пряжи. Жаль. Сколько у нас тут метраж? 140 метров. Жалко. Ну да ладно, я бы вам рекомендовала вот эти две. Или эту на этот джемперочек. Ладно, не буду останавливаться. Что у нас в основе, как бы, узор? Я разбираю вот схемку, я нарисовала. Я разбираю поворотными рядами. Если будете вязать в круговую, там, допустим, какую-то часть, сейчас я вам все буду проговаривать. Значит, коса у нас состоит, схема здесь только вот этой вот ложной косы. Она имитация косы, но она очень красиво складывается. Вот смотрите, в такую, она плоская, что очень удобно, потому что обычно с косами вещи, они вот такие вот тынь. И это вот, а это плоская, к счастью, поэтому я прохожусь только по схеме. Количество изнаночных петель между косами вы можете регулировать ими, как бы, ширину изделия. Вот поэтому я их не проговариваю. Значит, коса 9 лицевых петель, первый ряд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Я вот так вот поворачиваю и слева направо ввожу спицу в 2 петли и провязываю. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4,
5. И теперь воздушная петля, вернее, из протяжки поднятая петля. Вот так вот поднимаю протяжку и делаю такую скруточку, как бы. То есть не вот так, как дополнительная петля, а за заднюю стенку она перекручивается, и провязываю лицевой. Второй ряд, если вы вяжете в круговую, то вы вяжете его отсюда, и все вот эти вот петли изнаночные заменяйте на лицевую, и все. Я же вяжу изнаночный ряд, поэтому вяжу слева направо. Второй ряд. Одна изнаночная. Теперь снова из протяжки мы поднимаем. Я вот так вот захватываю сзади, перекручиваю, провязываю изнаночной. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 вместе изнаночные. В изнаночном ряду мы просто их провязываем. Они автоматически пойдут уклон слева направо на лицевой стороне. И 8 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Третий ряд. Семь лицевых. Две вместе лицевой с уклоном вправо. 5 лицевых. 5. Поднимаем дополнительную петлю. Провязываем за заднюю стенку лицевой. 2 лицевые. Четвертый ряд. 3 изнаночные. Поднимаем дополнительную петлю. Провязываем изнаночные. 5 изнаночных. 2 вместе изнаночные, 6 изнаночных, 5-й ряд. 5 лицевых. 2 вместе с лицевой с уклоном вправо. 5 лицевых. 1 лицевая из протяжки. 4 лицевые. 6-й ряд. 5 изнаночных, 1 дополнительная петля из протяжки, 5 изнаночных. 2 вместе изнаночные, 4 изнаночные, 7-й ряд, 3 лицевые. 2 вместе лицевой с уклоном вправо.
5 лицевых. 1 воздушная петля, вернее, дополнительно из протяжки лицевой провязываем. 6 лицевых. Восьмой ряд. Семь изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 дополнительная петля изнаночная из протяжки. 5 изнаночных, 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные. Девятый ряд. 1 лицевая. 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 5 лицевых, дополнительно из протяжки лицевой. Так, тут у нас 1, 2, 3, 4, 8 лицевых. И десятый ряд последний. 8 изнаночных. 9 девчонки. 1 изнаночная дополнительная. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все правильно. 10 дополнительная, 5 изнаночных и 2 вместе изнаночные последние. Что-то я потерялась как-то в узоре. Вот и все, весь узор из 10 петель у нас вот такие. Это не разутюженная, это я утюжком шмякнула. Вот, если не разутюживать, то она вот так вот прекрасно складывается. Чуть косит, но это особенность этой пряжи. Оно потом выровняется в полотне. Вот, если плоскую совсем хотите, то утюжком. Если нет, то очень красиво оно получается, как бы естественно. Здесь загиб косы и очень хорошо так красиво получается. То есть не обязательно утюжить, это я так провела эксперимент. Вы же как хотите, как вам удобнее. Вот, а сейчас пройдемся по самому крою. Так, и теперь по крою, девчонки, что я могу сказать по самой, как бы, выкройке, по самому изделию. Там, конечно же, машинной вязкой все упрощено до невозможности. Вот, то есть 7 там кос в, как бы, в ширине изделия, там 7 кос. И я же говорю, размер корректируйте изнаночными между ними, если хотите. То есть по плотности вязания вы просчитываете, сколько вам нужно петель, сколько вам нужно сантиметров. Располагаете 7 кос и остальные петли делите на промежутки между ними в изнаночные петли. Что я там вижу? Я там вижу такую вот, как вам сказать, вот такую вот полу-полу-полу пройму и полуклассический вточной рукав. Почему полу? Объясню. Потому что там спущенное плечо, но оно неровное. И там рукав, но он вот окат рукава не классический, а вот такой вот небольшой. Где-то так. То есть там как бы и есть этот окат, но и при этом спущенное плечо. Так что вот я же говорю, такие полутона.
Вот. Как это сделать? Значит, на пройму мы убавляем совсем чуть-чуть, там буквально 3-2-1, да, допустим, 3-2-1 на пройму. Немножечко мы ее это делаем, обязательно скос плеча. То есть мы распределили петли, вяжем до проймы. В пройме мы делаем 3-2-1 и вяжем до верху. Далее, где на высоте спинка. Делаем вырез горловины и потом уже вверху скос рукава. Скос я бы делала обязательно. Там я что-то его как-то я его не совсем вижу. Но опять же, это машинная вязка и это такая некачественная фотография. Вот. Как-то так. Ну а рукав просто вяжем, не довязываем где-то 8 сантиметров и делаю вот здесь вот я для такого нежного оката по 3 петли как бы. Не довязывая, либо закрываю вот такой вот окат. Он получается чуть поднятым, ну и не классический окат рукава. Вот, если вас это не устраивает, то свяжите классически, если вы хотите водолазку. Это этот вариант как бы упрощенный для девочек, которые молодые, которые начинают вязать. Еще упростить можно. Вот так вот сделать ровную пройму. Да ладно. Сделать ровную пройму. И вот этот вот небольшой окатик. И оно тоже неплохо сюда как бы впишется. То есть не будет вот этого бардака под мышкой, как от спущенного рука. Этот рукав это все компенсирует. То есть мы вяжем здесь вот ровно. Но скос плеча все-таки я рекомендую сделать. А вот рукав мы вяжем вот такой вот. Так, кому этот вариант как бы не подходит, не нравится, девчонки, если вы хотите классическую водолазку, да, классический гольф, то классическая пройма, классический скос, круглый вырез, все здесь как бы по классике. Расчеты проймы, расчеты оката рукава вточного, и будет вам счастье. У вас получится как бы классическая водолазка, классическая посадка. Как это все рассчитать и вязать? У меня есть вот этот клетчатый джемпер недавно. Вот там я рассчитываю и пройму, и окат рукава. Очень просто. И как вязать так, чтобы попасть этим окатом в пройму. Все расчеты у меня простые там есть. Так что переходим, смотрим то видео и рассчитываем. Ну и, конечно, ну и сама горловинка, то набирается по горловине и вяжется вверх. Вот. Вязать, конечно, проще снизу вверх. Здесь можно в круговую, вот до проймы, а проймы потом отдельно. И горловину. Круглый вырез горловины сзади, круглый спереди. Все. В принципе, все, девчонки. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.